Вчера в программе Натальи Морарь, где в студии был Валерий Остолеп и Владислав Кульминский, значит, они обсуждали те проблемы, высказывали свое мнение насчет всех этих поездок, вмешивания Дадона. Я правильно, оставьте правительство Кику сейчас работать. Сегодня старший премьер, и старший должен быть даже не министр здравоохранения, главврач страны. Значит, главврач страны, значит, господин Фортуна, его должны знать даже дети, так как знали все Онищенко. И не нужно лезть туда. Я бы в это сегодня не лез, если бы сегодня не занимался болтологией Дадона и как бы и некоторые другие. Самое важное, что я хочу предложить. В этой же программе вчера была вчера объявлена очень важная вещь, которая меня задела. Задела в хорошем смысле слова. Эта идея была, по-моему, господина Остолепа вчера. Но сегодня к ней должны прислушаться все политики в стране. И спасибо Остолепу за эту идею. Хочу вас проинформировать, значит, что 38 миллионов лей в этом году из бюджета выделяется на содержание политических партий. Вы знаете, что есть партия, Демократическая партия Молдова. Это ОПГ, это организованная преступная группа, которая грабила страну, сажала людей в тюрьмы, издевалась над всеми нами в течение этих лет. И сегодня эта партия получает из бюджета в этом году, должна получить 7 300 000 лей. Партия социалистов в этом году должна получить 12 300 000 лей. Партиду ПАС Алуймая Сану требует с премьянской Димбуджет Шасы Милюани Чинсути Димиделей. Платформа ДА Патру Милюани Трейсути Димиделей. Некотенк моему кнешо дату на Майжунгам парламент. Пеншен генерал дикел тут пенеш бани кердак. Ниш кердак ну эра проблема коронавирус. Партия ШОР 2 900 000 лей. Наша партия 1 400 000 лей. Значит, я как председатель нашей партии сейчас заявляю со всей ответственностью, что я призываю центральные власти сегодня лишить всех политических партий этих 38 миллионов лей. Все партии как находили всю свою жизнь деньги на выборы, так и будут находить дальше. Членские взносы, пожертвования и так далее. Но эти 38 миллионов лей сегодня нужно срочно перевести на, срочно закупить. Значит, организовать чартерный самолет, закупить сегодня порядка 150, значит, аппаратов, приборов для вентиляции легких. Купить необходимые срочно 1,5–2 миллиона масок, бахил, необходимое количество тонн дезинфектантов и так далее. Вот сегодня на что должны уйти эти деньги. Значит, если они не согласятся, откажутся, значит, наша партия, я вам даю свое слово, что вот деньги, которые мы, значит, мы получаем в месяц там порядка 130 тысяч лей, мы их не получаем наперед, мы получаем каждый месяц. Если власти на это не пойдут, и они будут держаться за эти деньги, демократы, Блок АКУМ, партия социалистов, все остальные, значит, вот тогда вы увидите в лицо своих настоящих патриотов Молдовы, которые так за вас переживают, и за ваше здоровье, и за пенсии, и за пособия, и так далее.